Доброе утро, страна! Сейчас время 8 часов 15 минут. Я сегодня что-то поздненько проснулся. Обычно я просыпаюсь чуть раньше. Вас приветствует Алексей Кузнец из Псковской области. А сахар я люблю 4 кусочка. Я вообще на самом деле сладкоежка. И сахар вообще с утра полезно, чтобы мозги заработали. Сегодняшний день у меня должен быть насыщенным в плане того, что у меня столько запланировано. Ну, что из этого выйдет, увидите в этом ролике. Начнем с главных вопросов. Это надо замочить лук сивок в воде, чтобы он настоялся. Затем его посадить. Есть ящик картошки, который я купил на рынке в Себеже за 600 рублей, уже пророщенная. Надо ее будет порезать пополам и, может быть, тоже посадить. Но я побаиваюсь, что заморозки. Сейчас на дворе май месяц, а вечером ходишь в минус 3. И довольно-таки некомфортно себя чувствуешь, поэтому я картошечку оставлю. Смещу дату посадки чуть позже. Я сейчас завтракаю, как видите. Приятного аппетита, кто сейчас будет кушать вместе со мной. Сметанка псковская. А творог я нашел белорусский. Мне подсказали соседи, что есть в Себеже магазин продуктов из Белоруссии. Цены, конечно, как и везде, высокие. Но суть вопроса в том, что это все вкусно и натурально. В Санкт-Петербурге, где основную часть времени я нахожусь, у меня под боком есть белорусский магазин. Но цены там дороже, на самом деле. Ну, сами понимаете, 500 километров надо провести товар, привезти в Санкт-Петербург, и не грех накинуть цену еще сверху процентов 100 от стоимости оптовой. Ну, у нас в наше время же время барыг, поэтому барыги наживаются на всем, чем можно. Молоко покупное. Кстати, я купил молоко местное от Елены. Что-то я попил там кружечку две, стоит в холодильнике. Вот надо себе сейчас за правило взять, с утра кашку сделать на молоке. Я люблю овсяночка, сыр. А сейчас покушаю я творога, попью кофейку и начнем движуху. А, да, вот вспомнил. Как-то в одном ролике я, по-моему, упоминал, что надо зашить фронтоны. А этот ролик еще был в прошлом году. Кто меня смотрит постоянно, знает. Проблема в том, что у меня стоят леса, по лесам залезает кот. Дикий, не знаю, иногда он просто среди ночи меня будет. И там же у меня опять же появилось гнездо. Я его скидывал. Большая вот таких размеров птица с розовыми крыльями, черным хохолком. Как-то я снимал ролик, показывал, я чуть с лестницы не свалился. Она подо мной щелкнула, хрустнула. Вот. Лестница, падение с лестницы, это у меня обычное дело. Полет с бани, у меня есть ролик, как я с бани сальтуху сделал двойную в воздухе. Многие, кстати, меня и начали смотреть с этого ролика, сальтухи. Через руль мотоцикла это святое летануть с Десны. Я у соседей, у Сергея Перминова, этот местный тоже блогер, который нифига не снимает. Я ему говорю, что ты ролики-то не снимаешь? Он говорит, неохота. Ролик мы снимали про трактор его, Владимирец Т-25. Про чистое небо мы ролик снимали. Не доезжая границы его дома, есть какие-то силовые поля, реально. Вот это место я пролетаю,
начинаю тормаживаться, и меня постоянно валит или на правый бок, или на левый бок. При том, что я с малых лет езжу на мотоцикле, это какая-то аномальная зона, реально. Так что, если я доезжаю до этого места и останавливаюсь, все нормально. Проезжаю, начинаю тормаживаться, и обязательно делаю сальтуху через руль. Вот сейчас я купил себе курточку с защитой. У меня здесь на плечах защита, на спине черепашка. Ну, на всякий случай, потому что частенько я приземлялся на ключицу, и потом я неделями страдал, что у меня болит ключица. Короче, настоящий каскадер. Одним словом, я заболтался, как обычно. За кадром я позавтракаю и выдвигаемся на улицу. Будем делать движуху. Одна гряда уже готова, как видите, куча сорняков и палок, которые вытащены из гряды. Это, повторюсь, теплые грядки были сделаны, и те, которые не перепрели, не изгнили. Земляные работы продолжаются. Сейчас я вот эту гряду перекопаю, также граблями прочешу, вытащу все сорняки и пойду обедать. А время у нас уже 2:00 дня. Да и гряды, я вам скажу, которые я делал аж в 2018 году, уже начали, как вам сказать, ну сгнили половина гряд. Вот в середине я там доски выломал, уже сгнили, соединяли между собой борта. Так что надо в следующем году думать уже более современные грядки. А из чего я буду делать? Из обычного плоского шифера. Вот такая вот идея мне пришла в голову. Кстати, давно уже. Я готовые грядки не хочу покупать, какие рекламируют деревенский блокнот из металла листового. Я сделаю понадежнее грядки. А как это будет, узнаете в следующем году. Надеюсь, что YouTube в следующем году не закроется. Посмотрим, поживем, посмотрим. Смотрите, какую я пирамиду построил из травы и сорняков. Как видите, гряды готовы. А вот напротив гряд, вот это, видите? Что это, думаете, такое? Я сейчас вам покажу. А это, братцы, муравьи. Вот здесь у меня этот муравейник с тех пор, как я участок взял. Вот такие, братья, лесные обитатели. Копошатся, строят муравейник. Он ближе к осени становится очень большой. Так что сейчас после зимы, видите, восстанавливают его. Надо идти обедать. А я, как до этого говорил,
после земляных работ я сейчас пойду в спа-резиденцию, помоюсь. Короче, как в горах, вода такая же ледяная. Ой. Ну все, теперь можно обедать. И думаю, может минут 15 полежать, потому что что-то, честно говоря, суставы подустали у меня. Наконец-то я пообедаю. Ну что у нас получилось? Хрустит хорошо. Сейчас заценим. Ну и внутри фактически пропекся. Так что приятного аппетита. Кстати, я в некоторых моментах очень ленивый. Вот я сейчас кушаю из кастрюли, чтобы не пачкать тарелку. Сами понимаете, с водой напряг, поэтому лишний раз тратить воду на лишнюю тарелку, лучше я кастрюлю помою. Поэтому приятного аппетита. Сейчас покушаю вчерашний приготовленный суп. Божественно. Так что приезжайте к кузнецу в гости, накормлю свежим хлебом. Вкуснятина. На этой ноте на какое-то время прервемся. Я покушаю спокойно, чтобы у вас слюни не текли. Ну а сейчас за водой к Николаю, музыкант.
кого какие намега. Питерские. А? Питерские номера. А у меня питерские. Дед уже пак приложил. Это он сам себя наказал. Сегодня? Нет, в том году вот там стоял, вот там. Там плитка у меня, он на плитку шлеп и лежит на плитке, отдыхает. Вот так же заведен был. Тарахтел из центральной подножки, с центральной, на бок шлеп. И все, я выхожу из дома, он лежит на плитке вот там. Сволочь. Че, прокатимся? Уже довольная, да? Дорвался. Хорошечно. Только что приехал. Катались вместе с Олегом на мотоциклах. Сниму шапку, чтобы уши отдохнули. Шлем плотно обжимает. Так что уши аж горят. Отвык я от мотошлемов. Давно не катался. Съездили мы сейчас на озеро Осына. Сейчас великолепный там закат. Поснимали. Сейчас я вставлю кадры этого заката. Озеро Осыну. Вот такой чудесный закат. Вообще очень классно, мне понравилось. Да вообще на мотоцикле я люблю кататься. Я с малых лет на двух колесах. Что... Начиная с велосипеда, заканчивая вот мотоциклом. Сейчас буду носить дрова и разожгу костер. Ко мне придет в гости Сергей, мой сосед.
приедет Олег часам к 10, когда уже стемнеет. Может быть, еще придет Саша, мой зритель канала. Так что посидим, поболтаем, попьем чайку. Вот такие планы на вечер. И вот такой закат. Правда, камера плохо передает цвета. Цвета более бордовые. Сейчас попробую поближе вам передать цвета. Но камера нет. К сожалению, камера такие цвета плохо передает. Но на самом деле глаз более четче видит по отношению к камере. Дрова вообще трухлявые. Назвали. Еще раза два схожу за дровами и начну разжигать костер. А пока я сейчас иду с дровами, я просто любуюсь закатом. Такие закаты бывают здесь очень редко, но настолько они насыщены, то есть краски меняются буквально каждую секунду. Соседи разъехались, я дожариваю сосиски. И сейчас на градуснике минус 3 градуса. Вот вам и весна. А я собирался посадить лук и картошку. Так что лучше я подожду. Заморозки ни к чему хорошему не приводят. И вот такой пар изо рта идет. Ну, еще маленько поджарить, и можно идти спать. А сейчас уже 2 часа ночи. Это был Поскриптум.